Всем привет! Давно не писал видео. Давайте сегодня поговорим о The Modelleri. Что это такое? Уже видео я делал, но в принципе можно глубже посмотреть на это дело. Откроем цилиндр. Жмем Edit. И вот это уже знакомое нам инициализер. Жмем поле F, смотрим, что у нас тут есть. Вот полигруппы. Давайте теперь поставим дивайдов. Так, где-то, наверное, 40. Вот здесь вот. А здесь поставим поменьше, 2. Вот так вот. Все, в принципе, нам этого достаточно для объяснения будет. И давайте жмем Make Poly Mesh. Теперь открываем The Modelleri. Вот он. И что нам нужно сделать? Нам нужно выделить вот эту зону и вот эту вот. Наводим. Вот вы видите, что выделяются ребра, грани. Вот давайте вот так вот наведем, нажмем, включим полигруппы и включим Flat Island. Вот этот. Вот запоминайте, полигруппы и Flat Island. И жмем, вот мы на вот эту часть. И переворачиваем, жмем на эту. Вот мы выделили две, так сказать, полигруппы. И теперь что нам нужно сделать? Давайте выровняем, уменьшим. Теперь опять выделяем. Вот так вот. Давайте поближе приближу. Вот так вот выделяем опять, наводим курсор, жмем пробел, и теперь нам нужно insert polygroup all и ставим insert region. И вот смотрите внимательно, как это вот делается. Вот мы выделили вот эту грань. Давайте еще ближе приближу. Вот, не вот так, не вот так вот двигаем. Вы видите, что получается не то, что нам надо. А вот именно вот желтая полоска идет, и мы на нее наводим, и вот так вот делаем. Ведем вперед, задерживаем левую кнопку мыши, вот так вот. И теперь еще раз так повторим. Вот, все, мы это сделали. Теперь нам надо вот это все инвертировать вглубь. Как будем это делать? Нажимаем пробел, жмем экстрадировать, жмем полигрупп all, и теперь опять держим так же. И вы увидите, что происходит у нас. Но теперь мы будем делать по-другому. Жмем, зажимаем левую кнопку мыши и пробел. И вот так вот можно, вы видите, мягче экстрадировать ее. Все. И теперь нам нужно вот это все убрать. Как мы это все делаем? Точно так же и уводим вглубь. Так, и теперь жмем опять на эту. Жмем вот этот mesh и polygroup all. Так.
И вот у нас получается пустота. Все простенько, можно моделировать. Опять откроем наш цилиндр. И теперь сделаем по-другому. Уже мы выбирали нашу пустоту. Вот так вот. И теперь можно сделать вот сайзом, уменьшать ее, делать кольцо или наоборот сплюснуть или вот так вот сделать конус. Все, теперь давайте сделаем Make Polymesh и посмотрим, как делаются пустоты. Давайте нажмем сплит. Вот так вот сплит нажимаем. И вот можем вытягивать вот такую сферу. Также она находится у нас сзади. Делаем тут тоже. И теперь все простенько. Нажимаем. Вот, выделяем вот эту вот зону. Красным она выделилась. Красным выделилась. Нажимаем. Теперь QMesh. Polygroup. И вот можем внутрь экстрадировать ее. А можем ее удалить. Вот такие пустоты получаются. Тоже все простенько. Ссылку на информацию по Z-моделиру я скину. Качайте PDF, там файл будет. И все из него узнаете. Всю теорию, название клавиш, как что работает. Все, всем до свидания.